Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Dark Sector. Одиночная игра. Продолжить. Отмена, я говорю, продолжить. Охренеть. Сейчас бы не посмотрел, но бы попал. Так. Мы наверх не залазим, понятненько. Какая разница, покуда идти, да? Если все дороги... А вот мне и пригодится. Перезаряжаю. Блин, вблизи-то их проще расстреливать, да? Блин, так. Блин, последняя пулька была. Вот сейчас-то мы и узнаем, из чего выпадло на меня тут. Где гранатомет-то сам? А вот и гранатомет. Где он? Прикрою. Так, нормально. Да хватит какая. Так хорошо начиналось. Ё-ой.
Где сундук-то этот? Но это еще не все, подождите. Управление. Где тут, блин? Отражение-то. Целиться. Так, бросить глефу, бросить гранату. Выбрось силы, да, это ты, ближний бой. Подобрать, перезарядка, щит невидимость. Так. Вот это Е, наверное. Е. Берем. О, еще одна, один гранатомет. Так. Ага, мне вниз, да? Ну нет, сначала давайте посмотрим, может тут улучшение есть. Так, так, так. Нет, здесь нету ничего такого. Тут тоже нету ничего такого. Зато тут есть еще один гранатомет. Понятненько. Ладно. Подождите меня. Надеюсь, здесь зараженных нет. Чувствую, что мне придется тут хреначиться. Кто следующий? Так. Здесь у нас что? И наверх-то не залазит. Кто-то где-то кто-то жрет что-то, да? Расплодили их тут. Здесь у нас что? Подтискав. Что вы? Какой-то же подтискав. А что внутри? Интересно. Что-то невидимое? Да
этот пик-пик-пик. И как мы с тобой убьем? Сейчас ярко. Загасить, я так понимаю. Где вот она? Давай. Или я должен продержаться? Я вот сюда вышел, я куда? А, все, понял куда. Все, я понял. Давай, 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 давай. Да, подождись. Нажал.
где она должна пролететь? А, вот она. Всё. Да. Вот так. Бежим. Давай сюда, сюда, сюда. А где она? Электрическая штука. Давай, 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 давай. Так, позволяет устанавливать на оружие еще одно дополнительное. Блин, как все это вовремя. Но тем не менее, я успел. Выплыл. Ярго, что происходит? Они ломятся сюда. Они меня нашли. Держись там, я уже в пути. Не будь дураком. Это был лишь вопрос времени. Черт. Так, вы открыли, так, завершение главы 5. Принес. И денежку принес. И денежку принес. Значит, вы тут дожили до капитализма, улучшить. Наконец. Да подожди, нет. Вот так. И на него еще одну добавим потом. Мне же надо это. Вот огневая мощь-то хорошая. Темп стрельбы. Вот мне можно вот так вот. Так, мне надо. Нет, нет, нет. Оружие. О. Ладно. Нормально. Как раз то, что надо было. Сейчас посыпется. Блин, какая-то ментальная атака, что ли? Ладно. Thank you.
Стой, 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 беги, беги, беги. Это я не понимаю этих существ. Так. Блин, вот это жесть. О! Не вижу вас. Вот из палатки, что ли? Он сзади стоял, падла. Неплохо. Что еще? Снижает отдачу и разброс при стрельбе. Так, технология. Ну это, блин, надо. Давайте установим. Все равно мы здесь. Янки снова в городе. Улучшить. Вот сюда. Нормально. Так. А здесь, не здесь ли я был, когда там это пробирался-то? По-моему, здесь. Только сейчас это все поросло вот этой хренью. Я как-то обратно пришел, что ли? Здесь вот забаррикадировали, я посюда вот шел. Понятненько. Здесь у нас, да ни хрена. Так, под пол заложили. Блин, я от зомбиков опять этих ненавижу. Пойдем, открывай. Жечь. Каждый патрон начинает инфером. Так, вот. Это на пистолет перехреначил. Вот как раз для него ячейку я ставил.
что вы не выдержали. Билетики. Ну неспроста же здесь все это. Как это все было? Так. Непонятно тогда. Как я должен? Здесь? Нет. Ой. Что у нас здесь есть такого? Понимаю. Ищем. Выхода нет. Хоть бы мне подсказки какие-то давали, вот в этом плане она немного, да. Замученная. Стенам не лазим. Вот. Взрывайся. Вот такая вот замудренная хрень. Кто там? Так. Ну давай, я знаю, что ты там.
конфликта. Вот так вот. Тебя же твоим же оружием. А где у меня фонарик? Фонарика нет? Как так-то, ни хрена ты там стоишь? Давай, давай. Патронов у меня пока хватает на вас. И вот еще пополнилось. Фонарик должен быть у меня. Почему нету-то? Блин. А как я буду без фонарика? Фонарик, я все правильно. Блин. Видимо, он не будет включать. Только там, где он хочет. А не там, где я захочу. Так, а здесь у нас поле боя будет. Бежит, бежит, голубчик. Давай. Ну что думаете, я зря автомат прокачал? Вот так. Где ты? Всех убивать. Ну, видимо, да. Ага. Видимо, надо. Ну, кстати, прокачанные правильно, прокачанные автоматы с ними легко разбираться, смотрите. Что-то на него не особо идет. Придет, придет. Не придет, таки хрен с ним. На! Не пришел. Принес. И сегодня мне принес и не букет из-за анекдота.
неплохо. Неплохо. Воин. Я горжусь тобой, Шифу. Что тут есть? Только талончики, только билетики. Блин, что-то исчезло. Ладно, хотел посмотреть. Так. Неплохо. Ты себя не похвалишь, никто не похвалит. Кто играл, кстати, в эту игру? Сколько она там будет идти? Когда у меня уже мега главный босс будет? Опа. И патронов по тебе прибавил. Так-то дробовик тоже неплохо было. Ладно, потом. Повышенный шанс сбить врагов с ног. Ну нет, а пистолет мы уже. Что и требовалось доказать. Так, а тебя-то как долбить? Так.
пока гасят. Я пока посмотрю, что у меня тут есть. По этим штучкам стрелять, все понял. Так, пойдемте соберем тогда. Соберем. Беги.
Давай, беги. Все, сейчас подождите, надо взять, если где-то что-то тут есть, надо это взять. Так, тут у нас нету ничего. Забираем. В другую сторону. Нет. Может, еще где-нибудь какое-нибудь улучшение валяется. Я почему-то уверен, что улучшения некоторые были и наверху. Просто вот так вот надо было осматриваться, сверху их сбивать, наверное. Ладно. Пойдемте. Для пистолета я себе взял. Еще станет более убойным. Осталось только прокачать. Ну и, наверное, дробовик еще надо будет взять. Блин, вот эта винтовочка-то ничего у него больше всего сама по себе. А вот к кому я шел-то, ну. Я в твоей голове. Слушай меня. Слушай. Нет еще. Они забрали Ярго. Я не могу его тут бросить. Я знаю, где он. Даже не обсуждается. Он наверняка уже заражен. Мы будем на месте уже через несколько часов. Твоя задача — удерживать позицию до моего прибытия. Черт! Вот так вот. Поймали. Орден Красной Звезды. Пристрелили. Значит, ты уже в курсе, как эта штука работает. Я же сказал, я просто офицер связи на пенсии. Понятия не имею, как попасть в это хранилище. По мне, так это просто аттракцион для туристов. Я просто за ним наблюдал на мониторах. Не играй со мной. Я знаю, кто ты. Ярго Меньшик. Родился и вырос здесь, в Ласри. Полковник ГРУ. В 87-м году именно ты вел группы сдерживания. Ты единственный, кто знает, как открыть хранилище. Твоя дочь. Она была медсестрой, верно? Она наверняка занималась первыми заболевшими, так? Пока еще никто не понял, что происходит. В Москве быстро поняли, что все серьезно. Я мог бы ее предупредить. Но ты выполнял приказ. О! Теперь ее уже не вернуть. Но будь я проклят, если я позволю, чтобы это повторилось еще раз. Месснер круглый дурак, если он думает, что может контролировать этот кошмар. Видишь? О том и речь. Поэтому нужно, чтобы ты открыл хранилище. Тогда он получит контроль. Так что я тебя еще раз попрошу вежливо. А потом придется сделать тебе больно. Я никогда не стану вам помогать. Никогда не говори никогда, старик. Глаз. Выколот ему глаз. Наживка. Значит, вы тут так, дожили улучшить. До капитализма, наконец. Так, это что у нас? Останавливаешь патроны. Вот, с эфироном. А останавливающее действие у нас... Вот сюда пойдет. Так, ну-ка давай шкафчик.
Вот это пойдешь. Подожди, это что, винтовка у меня? Кто к нам пожаловал? Так, а мне не нужна мой винтовка. Мой любимый клиент! Оружие винтовки. Вот так. За вас захреначил. Да. Вот так. Кого тебе? Да подожди. Идет все неплохо. Могло быть и хуже. По 88. Ну, думаю, патронов должно хватить. Хороший дробовичок. Нравится. В убойной силу особенно. Еще разок, ага. Все с вами ясно, все понятно. Ага, еще. Будем взрывать. Понятненько. Новое свойство, что ли, могу приручать? А, ну да, смотрите-ка, лед появился. Поэтому можно и дом оказаться, да, эту хунту сбивать. Очень, знаете ли, хорошая вещь. Блин, так-то в узкий переулочек и там дробыша там. Давай.
Ой-ой-ой, как они. Так, по-быстренькому. Ну как-то передвигайте странно. Панчи, так это какой-то у меня классный пистолет стал. Прекрасно. Мне не надо теперь передохаться. Блин. Где это? Еще и исчезать надумал. Хоть ты и не видим, но ты точно такой же из мяса продолжаешь быть. Так что мы тебя заделали. Ну-ка, кстати. Нет, заморозились раз и все, навсегда. Никаких может быть и если. Так. Я не понял, сам себя как-то ухренахал, по-моему. Время надо, да? Кому добавки? Так.
бежим. Обогащен какой-то хренью. Два удара из дробовика и все. Вон оно что такое. Понятненько. Все ясненько. Проходим, не стесняемся. Ты еще и взрываться мог? Патронов мне пока не жалко. Тут нету для меня ничего хорошего. Не беда. Трупик. Эх ты. Но вас хорошо угнали сюда. На! Что мы видим? Хорошо, стреляю. Вот и дробаш, говорю же, дробаш нужен. Подняли патроны к нему опять. Ну, собственно, меня очень даже радует.
А кого бы не радовало? Это же патроны. Это твоя жизнь. Вот и все. Только время нужно было. Время. А я вам его не даю, да? Какая ждем. Ой. Прямо я услышал его. Ой. Тебе и правильная прокачка оружия. Тварь ты такая. Так, прям. Здесь опять на скорость надо прорываться. Так. Еще этот хрен стоит. Ничего вы его так-то подставляете. Бегать да прыгать там. Как мне сейчас с вами быть? Стоит.
давай, давай. Сейчас будем бегать вокруг него, да прыгать. Быстренько убил. Так, проверяем еще разок. Так, дробовик. Хорошая вещь, дробовик. Чемоданчика нет? Ага. Ты все еще можешь присоединиться ко мне. А кому? Кто? Голос в моей голове. Тогда. Да. Немного сложноватый бумеранг в этом плане. Надо копыто двинуть.
неплохо, неплохо. Ничего. Вот так. Не, ну тут это ничего нет. Потушили. Прошли. Да. Линейные, линейные. Блин. Схватил же, что падал мне. Мы не испугли. Где ты? Опа. Кто к нам пожаловал? Ну-ка, что у нас за улучшение? Улучшения нет. А, ну-ка, подожди-ка, значит, а если купить? Значит, вы тут дожили до капитализма, наконец! Купить? А что я могу купить-то? Ну, вот могу купить. Даже не знаю, мне вот этот темп стрельбы, размер магазина, мне вот это... С тем автоматом вроде неплохо. Вот это могу купить. Красавица. Одной пулей этот можно пока... нескольких сразу прошить. Да я знаю. Кто к нам пожаловал? Нет, мне нужны пистолеты. Мой пистолет. Клиент. Да не тот пистолет. О, Янки снова в городе. Вот он, мой пистолет. Вот он. Мой маленький, любимый пистолет. Вот так. Ой, я никому не отдам. Куда? Ничего.
с ним такая прокатит штука? Прокатило. Так что все нормально. Так, туда мне нельзя, это точно. Так. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Прикольно. Где же ты раньше-то было это улучшение? Без тебя было так плохо. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!